Лео рисует? Привет, я Лео, я люблю лепить и рисовать. Привет, я Макс, я люблю показывать, как рисовать и лепить. И сегодня мы будем лепить, 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 лепить. Но только кого? Давай слепим маленькую обезьянку. Это так потрясающе. Маленькую обезьянку? Я научусь лепить обезьянок. Это будет здорово, как в Африке, мои друзья-обезьянки. Конечно, ребят, лепите с нами. Мы будем лепить из вот такого пластилина. Он называется Лео, классический пластилин. Легко разминается, очень пластичен, яркие, приятные цвета. То, что нужно для детского творчества. И мы начинаем с вами. Лео, ты идешь? И бегу, 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 бегу. Я сейчас вам помогу. Начнем, наверное, с обезьянки. Конечно же. Возьмем карандаш и, к примеру, попробуем нарисовать обезьянку нашу, чтобы сделать набросок, чтобы мы как художники были. А художники так всегда делают? Конечно же. Так делают всегда. У обезьянки есть тело, есть голова. На голове есть уши. Правильно же? А есть также лапы, руки, ноги. Ну, можно сказать, верхние конечности и нижние конечности, но можно так и сказать, что лапы есть у обезьянки. Вот так лапки идут в разные стороны. Вот так мы будем лепить. Также есть у нее глазки и мордашка. Это мы слепим тоже. Вот такая обезьянка у нас получится. Это маленький набросок для того, чтобы у тебя все получилось. Вот покрупнее посмотри, что получилось. Ага, все видно. Так, значит так. Голова, тело, ноги, хвост. И все есть. Хвост только нету, хвоста. Ну, хвост мы слепим тоже. Ребят, начинаем. Для начала мы возьмем коричневый пластилин и полепим его. Помнем, помнем, помнем. И сделаем такой шарик. А потом овал. И будем вот так все выкладывать. Овал сюда. После этого возьмем шарик. Сделаем коричневый шарик. Раз, 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 раз. Чуть придавим его и сюда положим. Вот так он будет у нас готовый. Осталось только руки и ноги. Здесь руки, как мы сказали. А здесь ноги, как мы сказали, да? Ого, у тебя все готово? Да, у меня все готово. Также мы сделаем ушки. Ушки, наверное, из такого тепленького, из такого пластилинчика, вот из такого. Вот они, два уха будут. Хотя, может быть, они и побольше будут. Два уха. Может быть, даже из коричневого пластилина. Они будут сначала из коричневого, а потом из такого желтенького. Вот так вот. Два уха коричневых, а внутри два желтых. Вот так, два уха есть. Также две лапки. Мы же сделаем, у нас руки, кисти будут, и ноги, и стопы будут у обезьянки. Мы их тоже сделаем. Также мы сделаем им глазки. Глазки. Ротик. И саму мордашку. Вот это все основное, что нам понадобится. И также, как ты сказал, может быть хвостик. Если ты хочешь обезьянку с хвостиком, то вот так вот разомни и сделай хвостик. Сейчас мы еще раз все повторим. Если не успеваешь, то ставь на паузу. Но, в принципе, сейчас все должно быть уже понятно. Еще раз повторяем, Лео, что у нас есть. У нас есть тело. Первое. Тело. Первое. Голова. Второе. Голова. Второе. Есть ушки. Два ушка, два коричневых, два светлых. Есть лапки. Руки. Ноги, кисти, стопы, хвост, мордашка, мордашка и глазки и ротик. Все, мы начинаем. Так, очень легко это делать. Берем палец. Итак, раз, два, три. Все. Тело готово. Теперь голова. Раз, два, три. Голову тоже очень легко прилепить. Раз, 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 прилепили. Следующим прилепим сразу руки, ноги. Одну руку сюда. Мы называем их руки, потому что это как руки. Они очень похожи. И если мы называем лапами, даже все-таки это, наверное, больше руки. Да? Сразу кисти. Теперь ноги. Они у нее кривые немножечко и такие загнутые. Она ходить не умеет сильно быстро и ровно. А она ими цепляется и бегает криво-косо в развалочку. Видишь, ножки, ручки, кисти и стопы. Теперь хвост. Хвост можно вот так закруглить. Вот такой хвост. Что осталось? Осталось ушки и мордашка. Да, давайте ушки. Раз. Еще раз повторяю, ставьте на паузу, если не успеваете. Ушки готовы. Теперь мордашка. Мордашку надо раздавить сначала, а потом приклеить, чтобы она была побольше. Вот такая. Раздавить и приклеить. Теперь глазки. Глазки и улыбочку. Улыбочку. Вот такая обезьянка у нас. Можно даже ей пузико сделать. Пузико. Пузико. А в пузике пупок. Пим, пупок. Хи-хи. И даже глаза мы сделали, а нос еще не сделали. Тоже две дырочки глазиком, носиком сделайте. Здорово. Это
получается классно. И так просто ты. Раз, да, два, и все готово. Да, действительно, ребят, все лепить просто. Сначала мы сделали набросок, потом подготовили каждую деталь отдельно, а потом просто слепили. И вот у нас все готово. У вас тоже получится. Ребят, подписывайтесь к нам. Мамам зову. Подписывайтесь. Мы всегда что-то отдельное делаем. Да, ребят, мы и мамы тоже. Мы очень стараемся для юных художников сделать просто, забавно и интересно, чтобы это было интересно детям лепить, повторять. Сегодня мы слепили обезьянку. Лепите с нами. Поделок уже очень много на Ютубе, в Инстаграме, в ТикТоке. Загляните, поставьте нам лайк и пришлите вашу работу. До новых встреч. Пока-пока.